На войне ты редко когда решаешь, кто будет жить, а кто умрет. Все, что ты можешь, защищать своих братьев, несмотря ни на что. И если повезет, никто из вас не погибнет. Мы были лучшими, были суперкомандой. Мы были братьями. Еще 2 мили. Не стрелять. Вертолеты готовят посадку. Чертов Чавес. Этот парень всегда был заводилой. Выбирал между тюрьмой и армией. И этот дебил пошел в армию. Хватит читать, болван. Пропустишь войну. Война уже закончилась, Чавес. До зоны посадки 30 секунд. Господь благослови нас, ибо мы страдаем. Помолись за меня, Мозес, чтоб я случайно не пристрелил болвана. Где я в этом аду? Да, тут без божьей помощи не обойтись, старик. А ну-ка собрались! Началось! Сезон 2-5. Выясни, кто стреляет. На 13 часов. А я? Я был вторым пилотом. Но меня называли попросту. Конвой! Грохни этих гадов! Осторожней, у них там серьезные пушки! На войне ты защищаешь своих братьев любой ценой, что бы ни случилось. И если повезет, никто из вас не погибнет. МГИ, Нусуан, where you go to? What is your mission? Джеймс Кеннет. Сержант армии США. Личный номер. Ромео Альфа 46. No! Tell me or you die! Джеймс Кеннет. Сержант армии США. No! Личный... Tell me now! Look, you are busy. Get ready! Get to beat my toy! Сержант. Окажи мне услугу, ковбой. Перед... Сержант! Young Lingday! To tell him, eh? Очень жаль. Твой друг. Мне так жаль. И как же нам выбраться отсюда? Эй, ты знаешь, о чем они там говорят? Очень большая пантера, она где-то тут. Тело твоего друга отнесут в джунгли и бросят. Мне жаль. Ублюдки. Tonight, the bow said an anchor knot. Đủ lời. Nó đứng ở đây. Hãy xem coi trực thăng đã ngưng trái chưa. Ваш вертолет тут недалеко. Когда тебя нашли, он горел слишком горячо. Теперь они хотят вернуться. Воздух! Это наши! Tôi không biết. Chúng ta rồi. Chúng có nhìn thấy chúng ta không? Tôi không nghĩ như vậy đâu. Chúng ta nghĩ gì? Черт!
конечно, истребители. Минус один вертолет. Đang tấn công chúng tôi. Nhắc lại đi. Tín hiệu bị ngắt quãng. Chúng ta phải trung trụ. Это Питон 2-5. Меня кто-нибудь слышит? Питон 2-5. Слышу громко и четко. Это база Эхо. Сообщает, что ваш вертолет упал в 5 километрах к западу от нас. Дело не в проворот. Тебе придется добираться до нас самому. Авиация накрыла вражеские позиции в 0.5 километра отсюда. Понял. Скоро буду. Конец связи. Như có chuyện rồi. Питон 2-5. Приближаются истребители. Если хочешь, они твои.
Dù cho đó là thứ gì thì bây giờ nó đã biến mất. Chuyện đó thế. Hình như có chuyện rồi. Это Питон-2-5. Я уничтожил вражеский лагерь. Если заметишь цель для истребителей, сообщи. Внимание! Мы перехватили радиосигнал. Трое ваших ребят живы. Они попали в плен. Похоже, их держат в разных местах. Здесь полно аванпостов и зениток. Будь осторожен. Мы свяжемся с тобой, если узнаем что-то еще. Удачи, друг!
Бетон-2-5, поддержки с воздуха не будет, пока ты не выведешь из строя орудия. Хватит прятаться в джунглях! Сдавайся! You saved me. Let me help you. База Эхо. Это Питон-2-5. Пленник освобожден. Отлично. У нас есть самолет с полным боезапасом. Уничтожь зенитку и расчисти ему путь. Thank you.
gì đó đang ở đằng kia. Có một con báo lớn ở đâu đó ngoài kia. Chúng tôi đã thấy dấu. Nếu tôi có thể ngủ được. Việc gì phải lo lắng. Chết tiệt. Передайте пилотам, что я разобрался с орудием. Это мой им подарок.
Địch nè, đồ gì ơi? Я думал, ты мертв. Но нет, жив и здоров. Нужно сваливать. База, это Питон 2-5. Рядовой Чавес со мной. И он в полном порядке. Отлично, Питон 2-5. Мы тебя ждем. За прием. Это Питон 2-5. Лагерь врага уничтожен. Ненавижу здешние ночи.
У нас выбор невелик. Либо сражайся, либо сдохни. Повезло-то как. Тихо! Там кто-то есть. Вижу врага. Не знаю, сколько их. Это Питон 2-5. Я ликвидировал командира НВА.
Слава Богу! Осторожно! Враг вон там! Понял, Клам! Нужно было бежать, пока был шанс! Есть контакт. Прикончим их. Не знаю, сколько их. Ты слышишь, американец? Это смерть. Джунгли не твой друг. Они задушат тебя. И даже твой труп не вернется домой. Питон 2-5. Мы все слушаем. Чуть не подох.
Hey, Jeff. Thanks. Look at this. Это Питон 2-5. Пленный солдат найден и освобожден. Вроде пронесло. Вижу врага! Вон там! Есть контакт. Прикончим их. Chuyển vào ban đêm thì an toàn hơn.
Tôi không thích nghĩ gì về những gì đang diễn ra ngoài đó. Đêm nay trời không Эй, парни, минус одно орудие. Бетон 2-5. Помеха устранена, и разведка смогла прислать новые данные. Пронесло. Chúng ta đang bị theo dõi. Xếp nữa thì tôi. Nào đến đây.
Вижу врага. Не знаю, сколько их. Now, maybe I can help you. Это Питон 2-5. Пленный солдат найден и освобожден. Вот жесть!
Вижу врага. Не знаю, сколько их. Осторожно, враг вон там. Черт! Есть контакт. Прикончим их. Сука!
База Эхо, это Питон 2-5. Командир МДА уничтожен. Здесь повсюду. Не сдашься?
Мы убьем твоих друзей! Последнее предупреждение! Солдат! Мы знаем, ты нас слышишь! Ты – Питон 2-5 из десантной группы! Мы вас подбили! Освободи меня! К чему убегать? Голубой, господи боже! Как же я рад тебя видеть! Взаимно, Мозес! Давай! Нужно уходить. База, это Питон 2-5. Рядовой первого класса Мозес Уокер освобожден. Решил сообщить. Отлично, солдат. Ждем тебя в точке эвакуации. Когда не вернешься домой, тебе некуда бежать. Негде прятаться. Смерть идет. У нас гости. Американец. У тебя нет шанса на победу. Ты умрешь здесь, в джунглях, в тысячах миль от своего дома. Еще не поздно спасти тебя и друзей. Да, они у нас. Не позволим умереть. Сдавайся, пока можешь. Питон 2-5. Питон 2-5. База «Эхо», говорит Питон 2-5. Лагерь уничтожен. Не делай глупостей! Спаси их! Сейчас бы консервов пожрать. У нас нет права на ошибку, усёк? Мы сделаем все как надо и выберемся отсюда живыми. Уймись ты хоть на минуту, а? Вижу врага. Не знаю, сколько их. Противника! Давай, удиви меня!
Нельзя убегать вечно. Thôi. Еле жив остался. Ох. Я в порядке. Осторожно! Пронесло. Ангел-хранитель с нами. Враг вон там. Trời đã mát hơn rồi, mong là tôi ngủ được.
принято! Прикрывайте меня! Привет. Слава Богу. Думаю, мы в безопасности. Не вопрос, только... По делам тебе! Ты ведь... Ты, я прикрою. Не свезло тебе, гадина! Черт!
пилотам, что я разобрался с орудием. Это мой им подарок. Повезло нам. Кто здесь? Бетон 2-5. Помеха устранена, и разведка смогла прислать новые данные.